Всем привет, с вами я, Александр Сучков, и я сегодня играю в CS Global Offensive, и сегодня я вас научу убивать с ножа любого противника, любой сложности. В общем, у меня есть автомат, пистолет и всякая разная хрень, но мы играем в ножевой раунд, поэтому, ребят, я вас научу сегодня убивать реально круто любого игрока, любой сложности. Для этого вам нужно присесть и подпрыгнуть одновременно. Тем самым ваш враг потеряет вот эту вот штуку, и то есть вас не убьет. Это очень даже круто. Но что же делать, если враг сильнее вас, и он без проблем убьет вас? Что же вам делать? Как же победить его и выиграть раунд? Это очень просто. Вам нужно присесть и подойти к нему. Вот таким вот образом. Он потеряет ХП, ну и вы потеряете. В общем, он спрячется, потому что он сразу испугается, то, что его убьют, но и вы должны испугаться. Зачем? Я вам сейчас объясню. Прыгайте на этот куб или на любой куб, который есть на карте. Например, вот сюда я залезу. То есть прячемся от него. Смотрим за ним. Вылезаем. Так. Дальше нужно найти его. И убить. Если он вас нашел, просто бейте. Присели, встали и удар. Вот и все. Итак, друзья, что же делать, если все-таки враг круче вас, и он все-таки вас постоянно убивает? Как бы вы ни делали, как бы вы ни старались, все равно он убивает вас. Что же для этого нужно сделать? Как же победить нашего врага? И вообще, возможно ли это? И не читер ли он? Это узнать очень просто. Бегайте от него. Просто бежите, бежите куда-нибудь. Например, я забегу в окно. Нет, не получится. Например, он идет за вами, и вы просто делаете так, чтобы он за вами побежал. Например, у вас раунд 1-1, и он все равно побежит за вами. Да, он вас ранил. Например, вы бежите, 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 потом перепрыгиваете вот сюда, и он вряд ли за вами угонится. Да и раунд закончится. Но если вы играете за команду Т, а не КТ, и если вы закончите раунд не убив КТ, то значит вы проиграли. Но если вы играете за КТ, то вы выиграете. Поэтому прыгайте вот сюда и залезайте сюда. Ждем нашего врага, он должен выйти откуда-то отсюда. Если он оттуда не выходит, то спускаемся за ним сами. А именно, видите его, да? Он там. Он сейчас за нами пойдет. Ну, точнее, я так думаю, то, что пойдет. Мы прыгаем туда. Да, сюда. И вот туда. Мы допрыгнем. Да. И не потеряем ХП. Дальше прыгаем сюда. И если вы настоящий паркурщик в КС, вы сможете сделать это. Просто отпрыгиваете, вы теряете ХП, но убиваете его. Вы без проблем сможете нанести ему удар и убить его. В общем, как-то вот так. Попробуйте сами. Если не получится, пишите в комментарии. В общем, всем спасибо за просмотр, с вами был я, Александр Сучков, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Нубас, пишите комментарии под видео, и если вам нравится такой режим видео, мой новый, то обязательно напишите про это в комментарии, хотя они отключены, заходите на мой ВК, добавляйтесь, добавляю всех, добавляйтесь на ВК этого парня, все будет в описании, мой ВК ВКонтакте, ID 53 55 44 63, всем удачи и всем пока!